19 февраля в спортивной школе Десногорска прошли соревнования по дзюдо. Это одно из первых подобных мероприятий после ослабления эпидемиологических ограничений. А потому для всех участников и зрителей оно стало настоящим спортивным событием. У них соревнования эти проводятся по правилам дзюдо впервые. И посвященные они Дню защитника Отечества. Турнир проходил для воспитанников младшей возрастной категории. Около полусотни ребят вышли на татами, чтобы определить, кто сильнее. Эффектные броски и приемы сопровождались радостью победы, а где-то и горечью поражения. А главное в этом виде спорта – техника и уважение к сопернику. Этими качествами за 2 года тренировок успел овладеть участник турнира Владимир. Но в схватке он рассчитывает не только на свои спортивные навыки. За эти 2 года я много что узнала, много удержаний узнала. У меня уже была медаль одна. Что мне поможет победить? Ну, это, конечно, моя семья, как она за меня болеет. А у Арсения спортивные и личные достижения еще впереди. Мальчик – самый младший из всех участников турнира. Но в свои 6 лет он уже в состоянии дать понять соперникам, что так просто его не одолеть. Это сегодняшнее первое настоящее соревнование. Сегодня соперники очень сильные. Нужно поверить в себя, и ты выиграешь. Стратегия на победу у каждого участника была своя. Но независимо от результатов, этот турнир для всех участников стал особенным. Первые переживания и чувство спортивного азарта обязательно запомнятся им надолго. Это первые соревнования у них, первый спортивный экзамен. Ребята к нему готовились очень усердно. И сегодня они показывают то, на что способны. Все участники и победители получили заслуженные грамоты и медали.